Вас приветствует Алена Ариес. Узнайте, что же принесет вам среда. Итак, смотрим, мои хорошие. Среда принесет вам завершение какого-то процесса. Также, возможно, бывший мужчина появится и разговор с начальником прямо с утра. Вот. Может быть, смена начальства. Вот. Может быть, предложение какой-то новой должности, какого-то повышения. Вот. Но я так понимаю, что что-то за вашей спиной решилось. И сейчас начальник это озвучит. Вот. Ну, озвучит именно хорошее. Может быть, смена начальства еще для некоторых. Или реорганизация, девочки. Вот. Дальше. Как ближе к обеду или после обеда я вижу встречу. Встречу на просторах интернета, какое-то общение с мужчиной, скорее всего. Какое-то приглашение вам поступит, в гости вас пригласят, может быть, мужчина. Ну, я вижу мужчину. Вот. Ну, встречу я вижу. Неважно, роман на расстоянии или не на расстоянии. Смотрите, если даже у вас роман в реальности, да, или вообще вы живете с мужчиной или замужем, ну, вот. Тут может быть просто в мессенджере общение, потому что на, ну, встреча на просторах интернета – это переписка, иначе говоря. А вот. Так. И однозначно я хочу сказать, даже если вы в паре, в браке, я вижу со стороны какого-то мужчины к вам не просто даже интерес, а объяснение в чувствах. А вот. И причем мужчин двое, но один из них ваш. Если вы свободны, скорее всего, два мужчины однозначно будут проявлять к вам интерес. И с утра еще и бывший какой-то. Смотрите, один мужчина светленький, ровесник или младше вас, рыжие или белокурые волосы, светлокарие или серые глаза, активный, целеустремленный, жизнерадостный. А вот. И вот он, скорее всего, вас будет куда-то, скорее всего, куда-то пригласит. Ну и второй мужчина, это мужчина шатен с голубыми или зелеными глазами, обаятельный, очаровательный, добрый, щедрый, веселый. А вот, он как раз-таки ровесник или постарше вас. Вот, выбирайте, какой из них ваш мужчина. Вот, это как раз вот этот светленький выходит, он тут будет, видимо, прям добиваться, чтобы вы пошли с ним навстречу. Вот, и сильно-сильно расстроится, если вы не пойдете. Вот. Ну, а второе, он поскромнее, он так добиваться не будет, но тоже я вижу вот такую легкую переписку, тоже, возможно, куда-то, нет, тоже будет добиваться, куда-то вас пригласить. Тут прям четко, буквально они друг перед другом, и один, и второй. А вот. Ну, будет вам непросто выбрать между двух мужчин. Выберите вы, скорее всего, шатена, который чувственный, скромный, а вот. А еще, девочки, к вечеру, то есть вот эта переписка, это где-то после обеда, а к вечеру вас ждут еще и радостные новости. Радостные новости могут касаться документов, проверки какой-то, ну, то есть у вас может быть по работе или по бизнесу какая-то проверка. А вот, и будут, ну, была какая-то проверка, да, а тут уже прям радостные новости. Еще радостные новости могут касаться юридических вопросов, судебных разбирательств, недвижимости, устройства на работу, если вам нужно, или начало нового суперприбыльного направления в бизнесе. То есть может даже какое-то предложение по бизнесу о сотрудничестве вам поступить, но это прям ближе к вечеру. А вечером свидание. Свидание, даже если вы сейчас свободны, свидание очень, и свидание обещает быть очень страстным. Так, ну и не буду я дальше продолжать. Дальше вы сами будете решать, как и с кем, и где вы проведете эту ночь со среды на четверг. Хотите знать, что будет дальше? Записывайтесь на консультацию. С вами была Алена Ариес. Удачной вам среды. Пока-пока. До новых встреч в новых видео.